так тяжело, но нам надо поговорить. Я не знаю, сколько мы еще сможем. Лечение. На него ушли все средства. Ты больше не работаешь. И ребенок уже скоро. Нужно решить, что нам делать, тише, пока тише, не стало. Родная, мы сможем. Я обещаю, мы что-нибудь. Мы разберемся. Обещаю тебе. Все образуется. Боже. Просто поверь мне. Мы разберемся. Прости, пожалуйста. Так какую кнопку жать? Ну, так, на кнопке написано интернет. Давай, жми. Ну, да. Точно, тот самый интернет. Да, он самый. Мне нужны все те интернеты, которые твоя сестра мне присылает. Да-да, мам. Блин, я сейчас на работе, так что давай шустрее, открылась. Господи ты боже. Мам, черт, ну что там у тебя? Что на экране? Нашла фото моего мистера Кибуза, которое ты положила в компьютер на той неделе. Oh, я знаю, что ты думаешь.
О других новостях. Сбой в работе светофоров стал причиной крупной дорожной аварии. После короткой рекламы на наши вопросы ответит эксперт по... Послушай, так же нельзя. Съешь что-нибудь. Я понимаю. Было не просто уйти от него, но все к лучшему. Все изменится. Да, это не твой дом, но он будет твоим. Непременно. Нет, нет, нет. Не отвечай, дай мне закончить. Я долгие месяцы набирался мужества, боялся показаться психом, испугать тебя. Я тебе помогу. Давай, давай начнем с малого. Тебе надо поесть. Попавший к нам отчет из мэрии сообщает о множестве жалоб. Сити Уэллс. Жители в ярости из-за энергетических сбоев, нарушений дорожного движения и прочих сотрудников. Вроде засек. Скоро. Раньше хоть какой-то порядок был. А теперь Шавки, Лаки, Куина как с цепи сорвались. Но этот далеко не уйдет. Машины нас всех прикончат! Толпе всегда найдется. Надо что-то. Хрена лысого. Либо они накидывают за... Либо с твоей помощью я поймаю их за хер в этой душевой. Ну, как делище? Че, проблемы? Я держусь пока. А ты? Бездельничаю, валяюсь. Коплю же. Да, от какой-то. Опять были перебои со светом. Это типа.
Что тут творится? Не дождетесь! Мою ж мать! Что за... Этот номер не пройдет! С фланга заходи! Смотри, куда подвинь! Лем захотел! Вот ты где, говнюк! Выманим гада! Обходи его! Ты заколебал место прятаться, свинота! В меня стреляет! Ложись! Нет. Стой! Вы там да, его видят! Иди проверь! Выбирать. Выкуриваем! Обходите его! Я буду здесь! Эй! Присылайте еще бойцов! Прижмем его! Утек! Я тебя урою, говнюк! Берегнись! Пулю захотел! Обходи! Ложись! Ты ж пулю словишь! Кто-нибудь его зацепил? Нет? Выходи, красавчик! Мы тебя не тронем! Он вон там! Мы вовремя, парни! Тебе пульт останется, мистер Крутой! Чего нет? Стоило с нами шутить! Ты по уши в дерьме! Эй, парень, ты как этого не хватало? Кто подумает, это тот самый дело. Кто здесь? Гранату киньте! О, меня достало! Эй, метните!
Ты на виду! Ты на виду! У тебя еще есть патроны, козел! Все, кидайте гранату! Такой жести, я выбросил бы эту хрень. Берегись, Ромпина! Как ты, блин, вот жопа! Всё, про... Третий год был предупреждением. Главная инфраструктура города обязана находиться в нейтральной зоне. 11 человек погибли в хаосе, который царил тогда в городе. Недостатки энергосети выявил хакер. Этот хакер Реймонд Кинни, герой, а не злодей. Чикагская CTOS уязвима. Жители беззащитны. Вернем контроль. В дополнение к новостям о побеге из чикагской тюрьмы, власти опубликовали фотографии преступника. Полиция просит вас сообщать любую информацию об этом человеке.
Простите. Да, но... Да-да-да... Да. Так ты говоришь... Не морочьте мне голову, доктор. Не буду я делать этот укол. Еще заражусь чем-нибудь. Заразитесь, если не сделать. Без вакцинации никуда. Когда-нибудь слышали про стадный иммунитет? Я вам что, корова? Нет. Я же вам объясняю. Поймите, в вашем возрасте важно... Я вам что, старуха? Я предлагаю вам записаться на прием. Мы только хотим помочь. Эй! Вон тот урод спер мой бумажник! Стой!
что поделать-то? Джуди, я прям такая счастливая. Дэрон какой-то неземной, просто чудо. Все так клево, но... Только не всегда все прям супер-пупер, как хотелось. Ну, как у всех, знаешь, да. Ну, тут просто есть кое-какие проблемы в постели. Ну, то есть фигня, Дэрон весь такой нежный, но мне как-то этого слишком мало. Ну, хочу, чтобы он со мной такой... Ну, в общем... А у тебя там чего? А, ну клево. Так рада за тебя. Он высокий? Круто. На сайте WKZ показал, что жители на стороне мстителя Эйдена Пирса. Надо же, редкая возможность. Если в клубе происходят разборки, я просто обязан им насолить. Уложу одного. Начнут искать виновного, и начнется бардак. Я знаю.
знаю, чьи это шутки. Осторожно! Этот тип не должен уйти. Нашего завалил! Надо завалить Пабло, наконец! Найти его! Найти его! Живо! Стой! Не с места!
мы РИА Новостей. Ничего все ноет, ведь не так холодно. Так и надо Полиция Чикаго приняла постановление об аресте Пирса, однако жители продолжают поощрять его действия. С такой народной поддержкой его будет очень трудно найти. Что творится в Чикаго? Заглушило все. Электричество, поезда, светофоры. А в новостях об этом молчат. А извиниться? Ты целый час там сидишь. Все в порядке? Мэтт, милый. Хочешь поговорить об этом? Ну, о том, что происходит с твоим телом. Может, с отцом поговоришь? Как ты на это смотришь? Ладно, подождем твоего отца. Решено.